Ты делаешь уроки? Молодец, садись, два. Почему? Почему? Так я же все правильно решила. Нет, ты ничего правильно не решила. Все, садись. Пеппа, неси дневник. Вот, пап, мой дневник. Я смотрю, что у тебя тут двойка, Пеппа. Еще и по математике. Пап, ну понимаешь, там учитель много чего спрашивал сразу. У тебя здесь написано, что твое домашнее задание выучить таблицу умножения на 2. Как тут можно много спрашивать и растеряться? Ой, ну, я не знаю. Так, вот, все, Пеппа. Знаете, как все так... Ничего не хочу слушать. Я запрещаю тебе играть на компьютере, пока не исправишь. Нет, все, только не писал, все, я прошу. Иди в свою комнату учиться. 2×2 — 4, 2×2 — 4. Это всем известно в целом мире. 2×2 всем известно. И что-то известно, что я с рифмой совсем не дружу. 2×2 — 4. Ну что, папа, а сегодня ты готова? Да, конечно, я сейчас пойду справлю двойку и буду вечером сегодня играть в компьютер. Надеюсь, меня вызовут. Ну, посмотрим. Так, ну, кто сегодня хочет исправить оценку? Пеппа, может быть, ты хочешь исправить? Да, конечно, я хочу исправить оценку. Можно выйти, можно. Ну, давай, выходи. Да, я готова. Спрашивайте, учитель, спрашивайте. 2×5. 24. Пеппа, ну сколько можно? Может, что-то смеешься. Значит, поспроси еще раз, точно, точно угадаю. Полегче. Что значит угадаю? Нет, не важно. Это было знать. Знаю, знаю. Давайте полегче чуть-чуть. Я сразу не сразу так тяжело. 2×4. 2×4, 2×4, 8. Ну, 8, молодец, ладно. А 2×2? Ну, как тут? 2×2, это было приблизно. 4, да? Ладно, Пеппа. Ставлю я тебе 3. Почему 3? Почему не 5? Потому что 2×5 будет не 15 и не 25, а 10. Ну, я ж приблизительно сказал, ну. Таблица умножения — это не приблизительно. Все. Привет. Пап, привет, я домой. Куда? Подожди. Что, пап? Ты уже исправил свою двойку? Ну, конечно, пап, исправила. Все, я тогда полезу, подожди. Домой. Ну, пап, ну это вот, я как кушать хочу. Так, папа. Да, пап. Еще одно слово. Получишь три меня. Так. Да, пап. Ну, сколько ты исправила? На 3. 3? Да, пап. Это ж как 2, только чуть получше. Ну, чего? Ну, 3 совсем неплохо. Это вообще плохо. Пап, ну прости, ну так, я... Так, все, ничего не знаю. На компьютере я себе не разрешаю.